Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем играть в игру Зловещие мертвецы. Так, и зачем я залез? О, книга для начинающих. Смотри, я нашел книгу здесь. Интересно, это какашка? Как ее убрать? Никак, я хочу кушать. Кто сказал, я хочу кушать? Не помню. Лейла, с ней поговорить надо. Привет, а мне нужна еще какая помощь. Если согласишься, получишь кожаную куртку моего собственного производства. Давай. А сходи на уничтоженной фабрике, собери там медикаменты. Хорошо. Без проблем. Так, заходим. Так, куда там? А, лекарство для доктора. Да, давай, поехали. Лекарство для доктора. Зомбаки. Надо будет зомбаков сейчас убить. Пёска бежит, ё-моё. Есть. Пёска готова. Так, чуваки. Давайте я вас соберу в одну кучку. В одну кучку здесь соберу сейчас. Готово. Так, бобы какие-то собрал. Что-то какое-то бешеное. На тебе. Ух ты. Ты чё, у меня и так сердец мало, ты меня еще ударил. Гад. Медицинское оборудование находится на крыше. Тут медицинское оборудование. А уничтожьте печную трубу, чтобы попасть на крышу. Печную трубу. Найдите динамит. Так, динамит наверху где-то. А я слышу, где-то зомби. Ого-го-го-го, подождите, алло. Эй, да вы меня что, окружаете, что ли, гады, а? Так, и у меня этих нету взрывчаток, да? Так, ладно, знаешь, что сделаем? Сейчас соберем их сюда. Да, сейчас быстро. Да ё-моё, вы чё мне мешаете вас взорвать? Смотри, сколько их много, а? Что же делать? Этих взрывчатки нет. Тратить на вас патроны тоже не хочется. О, граната, отлично. Подожди, а где граната? Подожди, у меня же эта граната есть. Почему она сразу мне не в инвентарь не кладется? Где граната? Нифига, у меня вон сколько гранат. А где еще граната? Вот, конечно, одеваем на ремешочек. Нифига себе. Так, а что вы сюда пошли? Ладно, выйдите сюда, а я туда пойду. Ничего, обманем их. Только нужно действовать быстро. Так, положите динамит. Так, куда ложить? Ага, вижу. Так, отойдите назад, конечно. Сейчас зомбаки подойдут. А, сюда-то отойти надо. Есть, смотри, готово. Так, зомбаки не пострадали. Гады, а? Так, подожди, а как мне залезть? Вон фига у меня... Да вы чё, гады, подождите. Да ё-моё! Блин. Всё, готово.
Ё-моё, на 5 сердечках. Так, возьмите медицинское оборудование. О! А я сейчас, может быть, и подлечусь, нет? Так, вернуться в город. Ну ладно, ворачиваемся в город. Вернемся. На 5 сердечках, офигеть. Лейла, может ты мне этот... Не куртку подаришь, а подлечишь немножко? Готово. Так, приветствую, мне нужна снова твоя помощь. Я в награду тебе дам очень редкий шнёп. Ты мне куртку-то дала. Дайте какую-нибудь теплую одежду для новочёрной фабрики. Хорошо. Так, рубашку. Зима наступает. Зима наступает? Подожди. Где у меня здесь? Что она там мне дала? Так, рубашка, броня 4. Надеть. Биозащитная куртка. Броня 8. Так, биозащитная куртка лучше, конечно же. Это у нас что такое? Использование. Книга для начинающих стрелков. Так, использовали. Дальше что у нас здесь есть? Сила 8, энергетик, длительность 118 секунд, скорость движения 20%. Понятно. А это что такое? Очко здоровья 60. Паёк. А ну-ка, используем. И... Сердце-то у меня не увеличилось нисколечко. Так, а здесь, смотри, уровни и вот награда. Смотри, награда. Офигеть. Оказывается, сколько у меня было бинтов, сколько. А, вон у меня всего интересно. Чего? А я и не знал, что здесь такое есть. Прикольно. И что мы видим? У меня есть лечилка. Надеть, использовать бинт лечения 18. Надеть. А нет, не надо надевать. А, использовать 25, 43, 62. Нормально. Идем. А, подожди, дай этот торговца сейчас дойду. Ему сейчас все продадим. Ненужное. Так, я хочу продать бит. Так, бита что у нас? Урон трешка. А лопата где у меня была? Урон 4. Скорость атаки 0.4. Скорость атаки 0.5. Вот эту биту мы продадим сейчас. Купить. В смысле, это предложение? Сила 8. Давай это продадим. Продать бейсбольную биту? Да. Нифига не нужно. Дальше. Вот это вот барахло все. Все куски продадим. Это что такое? Патроны? Ну все, хватит. Нормально. Где там у меня задание было? Подожди. Вот, зима вступает. Вот это вот. Надо. И разрушенную фабрику мне еще там надо будет продолжить. Ох, нифига, ночью? В смысле? Ночью, да, смотри. Гады. А гады вот эти все, они стали быстрее идти, мне кажется, чем в первой серии. А вот первую серию включить, посмотреть. Да сколько вас, а? А патронов у меня много. Опа. Чуть меня не задел. Ночь. Так, сейчас мы сюда зайдем. Смотри, дядечка лежит. Возьмите цепную пилу. Взял. О, офигеть, подожди, в смысле? Так. Что, ты разрушаешься? Ты что? Здорово, чувак. Так, чё мне ещё? Своей головешкой бьёшь. А вы чё стоите?
здесь ничего нет. Надо поищите другое место. Куда идти-то? Наверх? Поехали! Нормально, бензопила, слушай. А интересно. Потом кончается у нее этот самый. А, заряд. Так, забираю. Найдите ткань. Так, еще вниз надо. А, нет, наверх поднимаемся. Да ты че такой? Быстрый. Твои гады, а? Всех убил. Вот еще теплые вещи. Убираем. Миссия завершена. Эй, я так, мне так понравилась эта штучка. Мне так понравилась эта бензопила. Никого нету здесь. Так, сейчас еще проверим внизу. Угу. А вот выход, смотри. Выход на дорогу. Здесь какое-то заброшенное помещение. Но здесь, наверное, ничего нету. Ага. Ну, ладно, сейчас вернемся в город и получим вознаграждение. До Лейлы сейчас дойдем. Где у нас Лейла? Привет, Лейла. Не готова. Биозащитная какая-то одежда. Подожди, сейчас посмотрим, что она мне дала. Так, ну-ка. А, рубашка, броня 4. Так, а ну подожди, зачем мне делать? У меня нормальная биозащитная куртка, броня 8, так что все нормально. Ну что ж, на этом мы заканчиваем сегодня, да? И всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем здоровья, удачи. И все, хорошего настроения.